Сочи. Лето 2015 года. Последнее приготовление перед открытием международного фестиваля циркового искусства. Через пару часов зрители должны увидеть сверхрискованный трюк. Голова девушки в пасти тигра. Но на этот раз с хищником будет работать не профессиональная дрессировщица. Актриса Ольга Погодина собирается повторить легендарный номер великой советской укротительницы Маргариты Назаровой. Прославленная дрессировщица тигров. Ею восхищались миллионы, и слава ее была поистине всепланетной. А что такое слава? Это просто работа, любимая, и все. Маргарита красивая. Все всегда смотрели на нее с восторгом. Но почему, покинув манеж, любимица публики на долгие 20 лет до самой смерти спряталась от всего мира за стенами своей квартиры? Она помешалась, у нее тихое было помешательство. И она про себя все время что-то говорила, сама собой. У ног этой красивой женщины покорно замирали свирепые хищники. Но никто не знал, что жизнь самой укротительницы оказалась сродни судьбе ее подопечных. Маргарита так и не вышла из своей клетки. И до конца дней никого не подпускала к тайнам своей жизни. После того, что она пережила, да войти в клетку к тиграм. Но это было совершенно естественно. Самое главное не войти в клетку, самое главное выйти из нее потом. Нижний Новгород. Ученик Маргариты Назаровой, дрессировщик Михаил Богдасаров, часто приходит на могилу знаменитой укротительницы. Для него она по-прежнему непревзойденный мастер. Вот, пожалуйста, Маргарита Назарова, исполнительница главной роли в фильме «Полосатый рейс». Хотим вот это повернуть, чтобы можно было видеть. Там она с тигром. Весь мир знал ее. Больше ее уважали за рубежом, как говорится, чем у нас. Вы понимаете, там ее на руках носили. Блистательная карьера Маргариты Назаровой начинается в 50-е на съемках фильма с пророческим для нее названием «Укротительница тигров». Вместе с мужем Константином Константиновским она ставит для картины цирковые номера. Дублирует в них Людмилу Касаткину, исполнительницу главной роли. Она на меня произвела впечатление, вообще, когда я ее увидела, изумительно. Она была очень красивая, стройная. И мы почти одного роста, на 2 сантиметра она выше меня. И вы знаете, и я любовалась просто ею, как она работает, как женственная. И все у нее так мягко получалось. Для Назаровой это был первый серьезный опыт работы с хищниками. Но через 1.5 года репетиций она хозяйкой входит в клетку с тиграми. Маргарита Назарова первой из женщин вошла в клетку с тиграми, подчинила их своей воле. Вот она с Ахиллом здесь. Глаза посмотрите. У нее взгляд-то, знаете, какой? Терпеливый. Вот на этом манеже в советское время работали вторник, среда, четверг, пятница по одному представлению, в субботу 3 представления, в воскресенье 3 представления. Вот на этом манеже Назарова репетировала 3 года ночных репетиций. 12 начала, в 7 утра заканчивали. Начинающая укротительница словно примеряет на себя историю киногероини. Помните, простая девушка долго мечтает об арене и, наконец, волею случая добивается грандиозного успеха. Звездой экрана становится и любимчик Назаровой – тигр Пурш. Его зовут Пурш. Он снимался в фильмах «Укротительница тигров» и «Опасные тропы». Уверенно и спокойно работает Маргарита Назарова. И все же каждый вечер ее мужу приходится волноваться. Работая с хищниками, всегда нужно, чтобы рядом был человек, который будет помогать тебе и который будет спасать твою жизнь. Несколько десятилетий Маргарита Назарова не знает себе равных на цирковой арене. Почему же, покинув манеж, она делает все, чтобы ее имя было забыто? На долгих 20 лет запирается в своей нижегородской квартире.
Она никому дверь не открывала. У нее ни родственников в этом городе нет. Никого. Абсолютно. Мы все разъехались по всем городам. Леша тоже не был здесь. Алексей Константиновский, как и его родители, давно выбрал профессию дрессировщика. Решил продолжить семейное дело. Его скромный цирк «Шапито» колесит по европейским дорогам вдали от центральных магистралей. В начале 90-х наши артисты приехали на зарубежные гастроли, но турне для них затянулось на четверть века. До сих пор сын Назаровой переживает, что все свои последние годы мать провела в одиночестве. То есть так получилось, что обратно нас никто не забрал. То есть билет в один конец. И сколько я не обращался, сколько я не звонил, не писал, вот. А мне потом сказали: а что, вам плохо во Франции? Сначала была ностальгия сильная, потом во Франции меня научили жить, выживать. Пока сын привыкал к жизни за границей, Маргарита Назарова одна. Ее странное отшельничество порождает самые невероятные слухи. Будто бы выжившая из ума старуха хранит за семью замками накопленные богатства. Дескать, не зря же в молодости так любила шубы и бриллианты. Она скромно жила. То есть я всегда ей там оставлял в определенном месте деньги. И даже когда уже умерла, это когда я приехал туда на похороны, там это все. И то, что я привозил, это доллары, это франки привозил. Вот. Как они лежали, так и лежали. За четырьмя стенами бывшая знаменитость словно заморозила свое прошлое. И там остались головокружительная карьера и ежедневный риск. Теперь на арене работают уже внуки Назаровой – Константин и Маргарита. Просто так решили. Маргарита должна быть Маргарита. Вот Константин должен быть Константин. Маргарита очень сильно похожа на бабушку. Единственное, такой родинки нет. Улыбка, ямочки, как и у мамы. 60 лет назад выход на экраны «Укротительницы тигров» переворачивает всю жизнь Маргариты Назаровой. Но в этих кадрах лишь подсказка. Зритель еще не видит лица будущей знаменитости. У нее пока чужая роль. Полтора года Назарова репетировала. Людочка тоже там, но мы уже знали, где спиной стоит Назарова. Она уже как профессионал там шуровала. Пройдет время, и судьба легендарной Маргариты Назаровой ляжет в основу телевизионного сериала. Ее прошлое вновь оживает на съемочной площадке и перемешивается с настоящим. Маргариту Назарову играет актриса Ольга Погодина. К «Медведю» Андрей подошел раньше, чем я. Начал с ним контакт. Ну, так получилось, что для дублеров сделали все эти трюки. Мы имели право на то, чтобы играть этих людей после этого. Уникальные кадры со съемочной площадки. Андрей Чернышов вживается в образ Константиновского. Отрабатывает с ассистентами эпизод, предложенный дрессировщиками. Мы понимали, естественно, под контролем дрессировщиков, что нам нужно делать. Поэтому все было достаточно прогнозируемо. Это кажется забавным. Как будто взрослые вдруг решили вспомнить детские игры. А теперь та же сцена, которую репетировали ассистенты, уже с настоящими хищниками. Конечно, понятно, что хищник, он всегда хищник. Они на меня смотрели как на потенциальную какую-то, пищу. Первые несколько дублей, вроде все под контролем. Но в какой-то момент тигры перестают повиноваться. И только вмешательство дрессировщика спасает артиста. Я помню его такую недружелюбную реакцию в свой адрес. Наверное, это какая-то наглость была с моей стороны, там палки на него махнуть. До сих пор никто не пытался рассмотреть противостояние на арене с другой стороны.
глазами зверя. Во время одной из репетиций мы прикрепили видеокамеру на ошейник хищника. Камера с широкоугольным объективом на загривке, чуть выше глаз. И первый же кадр дает наглядное представление о том, почему для животного так важны запах, тембр голоса, интонации дрессировщика. Хорошо, все, это я. Кажется, что ты ему безразличен, но профессионалы знают. Если хищник начинает фокусировать на тебе взгляд, жди беды. Как только у него закрадется мысль, что я тоже из плоти и крови, то эта мысль в нем очень быстро разовьется. И он начнет мишень на тебе рисовать потихонечку. Назарова всегда располагалась как можно ближе к тиграм. На таком расстоянии укротительница была абсолютно беззащитна. Она не видела всех возможных опасностей. И где-то рядом обязательно должен находиться человек, контролирующий ситуацию со стороны. Такой защитой для Маргариты всегда был Константин Константиновский. Ну, конечно, был такой гениальный Костя, который супер. Такого дрессировщика не было. У тигров у них есть инстинкт. Если он хочет на вас напасть, сзади стоящий человек сразу это видит, он немножко садится, прижимает хвост, и сзади, кто стоит там с таким дрыном, он его раз, и он уже к прыжку этому не готов. Как вы думаете, она боится? Сейчас нет. Потом испугается, когда все кончится. Запашно говорит, что это очень опасно. Я отвлеку их на себя выстрелами. Если человек находится как раз-таки в пределах досягаемости, то 10 когтей, как минимум, если мы говорим о двух лапах, и 20, соответственно, на всех четырех, срабатывает уже как элемент поражения. Я зашла в клетку, и вот первый раз было очень страшно, очень страшно. Но ко мне спрыгнул, я чуть не описывалась. Серьезно. Константин Константиновский – муж и постановщик всех трюков Назаровой. Именно он придумывает для жены оригинальный образ – обаятельная женщина против природной жестокости зверя. Самое опасное всегда в цирке оставалось и будет оставаться – это контактная работа с хищниками. Даже если ты этот трюк делал миллион раз, все равно факторов, влияющих на атаку, может быть очень много. Я нахожусь в территории этого хищника, в досягаемости. Так что здесь уже будет вариант, порвут меня сильно или очень сильно. Вот и все. Этот контраст нарабатывается с первых репетиций. Мужчины-ассистенты работают с группой тигров показательно сурово. А потом в клетку входит ласковая Маргарита. И никогда наоборот. Она разговаривала с животными. Она ласково с ними разговаривала. Когда они не подчинялись, она их упрекала. Она не пользовалась, он пользовался, Константиновский. Прутьями пользовался, пиками, вот как угодно, криком, голосом, а она нет. На первых порах в работе с Назаровой Константиновскому помогает Борис Эдер, патриарх советской дрессуры, первый наставник звездной пары. Чтобы вы знали, что при таком дрессировщике, как был Эдер, который сам со львами работал, с медведями под куполом цирка, даже я могла с ним войти в клетку. Но Эдера слава воспитанников никак не коснется. Сразу после выхода на большую арену Константиновский уберет своего учителя из номера. Даже в кинохронике со съемочной площадки «Укротительницы тигров» можно уловить предчувствие будущей размолвки. Пошли ко мне, Борис. Борис, ну где ты ходишь? Возьми пистолет и проверь обойму. Борис – это раздраженное обращение к Эдеру. Звучит не очень уважительно к авторитету наставника. Объяснение простое – ревность. Ну, тому показалось, что, ну, если он в клетке берет за талию Назарову, все время Риточка, Маргаричка, а Костя стоит за клеткой. Естественно, представьте себе, какие годы. Это молодой жеребец, а тот старый прыгает еще
что-то пытается сделать. И, конечно, я бы тоже его прибил бы. Но что, все-таки надо совесть иметь. Потом поводов для взаимной ревности у знаменитой пары будет еще много. Двум сильным характерам трудно ужиться вместе. Они сходятся, расстаются и вновь начинают сначала. Правда, Маргарита теперь всегда в лучах славы, а Константин в ее тени. В кадрах кинохроники диктор даже не называет его. Он для зрителя просто водитель. Среди участников парада дрессировщица Маргарита Назарова со своим питомцем Пушем. После выхода на экраны «Укротительницы тигров» газеты пишут не только о достоинствах кинокартины. Большим успехом называют и работу дрессировщиков. С номером из фильма они врываются на цирковые арены страны. Она имела такую славу, которая никому не снилась во сне, даже королям. Понимаете, когда 100 тысяч гремит, и каждый смотрит тебя, что ты королева, богиня. Назарова создает совершенно новый образ укротительницы. Женщины работали с хищниками и до нее, но всегда в подражание мужской манере дрессуры. Жесткость, напор, властность. И вдруг публика видит нечто иное. Она была сексапильна, она была хороша в манеже. Никто не вспоминал ее трюков. Что она там делала? Просто говорит: «Назарова». Ты их не поняла. А Назарова всегда понимала своих тигров. На арене ей было подвластно все. Казалось, будто и собственную судьбу укротительница могла усмирить так же, как кровожадного хищника. Лишь немногие профессионалы догадываются, какую рискованную игру затеяла дрессировщица с диким зверем. Я абсолютно убежден в том, что это мужская профессия. Женщинам приходится очень сильно задвигать свое женское нутро, свою женскую природу в дальний уголок, потому что, ну, в общем, для хищников это слабость. Хищники любят лидеров, хищники любят, в общем, сильных людей, потому что они сами по себе очень сильные. То есть их природа, не забывайте, заключается в том, чтобы убивать. Еще один рабочий момент съемок. Ольга Погодина репетирует фирменный трюк Назарова – кормление тигра. И, конечно, когда мы репетировали все, на одной из репетиций действительно Шакира так шмякнула. Ну вот я помню свое ощущение, что дернусь я, дернется тигр. У тигра будет ответственное движение ко мне вперед. А теперь повторим этот эпизод в замедленном режиме. Как близка актриса к трагедии. Как бы она ни шамкнула, вот я должна быть спокойна. У меня просто не должно ни один мускул дернуться. Вся карьера Назаровой берет начало от знакомства с Константиновским. Тем удивительнее, что истинные обстоятельства и даже время их первой встречи остаются неясными. В многочисленных интервью на «Пике славы» знаменитая укротительница охотно пересказывает артистическую биографию семейного дуэта, но старательно избегает событий, происходивших в ее жизни до выхода на арену. Она, в принципе, про себя ничего никогда не рассказывала. Наверное, было это как запретный плод. Даже сын Алексей не знает истории знакомства родителей. Что же делала Назарова до начала цирковой карьеры? Где и когда появляется в ее жизни Константиновский? В газетных интервью Маргарита годом их знакомства называет 52-й. Местом – рижский цирк на сцене. Но вот первая совместная фотография. Будущие супруги в нижнем ряду. Константин в центре, Маргарита справа. На фото – труппа местного театра. Только это не Рига и не 52-й год. Это Даугавпилс, начало 47-го года. Ольга Корнилова уже много лет собирает свидетельства, связанные с историей Даугавпилсского театра. Я приветствую вас. Здравствуйте. 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 В архивах удается отыскать документы, противоречащие прежним представлениям о биографиях Назаровой и Константиновского. Это 47-й. Весь коллектив снят. Вот так, вот такая вот фотография. Вот Маргарита, это Женя Пузипа, это Костя Константиновский. Но они скрывали каким-то образом, наверное, свои отношения в театре. В мае 47-го года готовится очередная премьера.
В спектакле должна участвовать и актриса Маргарита Назарова. Костя, пользуясь тем, что он директор, он ее засовывал везде и всюду. Он настолько был в нее влюблен, где только можно было ее приткнуть куда-то на какую-то там ролишку. Он ее сюда завел. Назарова жена Иванова. Это ее роль такая называется. Да? Премьера 12 мая 1947 года. А 15 мая был подписан приказ о ее увольнении. Этот приказ выходит, так сказать, вдогонку. Не дождавшись премьеры, Рита вместе с Константином загадочным образом пропадает из города. Были, и вдруг, говорит, надо выходить на спектакль, надо ставить, а это, его нет. Ходили разговоры, что они сбежали в цирковое училище. Ольга Корнилова до сих пор не понимает, зачем же Назарова на несколько лет позже передвинула время знакомства с будущим мужем. Как будто старательно вычеркивала из жизни все, что связано с Долгопилсом. Только ли на арене Константиновский оберегал жену в рискованных ситуациях? И знала ли тогда Маргарита, что он был офицером госбезопасности? Он служил во время войны в специальных войсках. И то, что он с этим пришел, это факт, он его никогда не скрывал. В 30-х годах воспитанник колонии для малолетних правонарушителей заканчивает животноводческий техникум. Потом вдруг поступает на курсы ОГПУ. Служит кинологом в погранвойсках, которые входят в ту же структуру. В отечественную дрессирует собак-подрывников, уничтожающих немецкие танки. Лейтенант, затем капитан госбезопасности. Он рассказывал, как они заводили танк, чтобы танк рычал, чтобы собаки не боялись, подкармливали под танком. Как же дрессировщик служебных собак, капитан госбезопасности, превратился в директора театра? История об этом умалчивает. У Ольги Корниловой сохранилось только вот это фото 1947 года. Возможно, капитан интересовался не только делами труппы, но и всем, что происходило в городе в годы оккупации. Понимаете, об этом тоже никто не знал очень долгое время, что в 1942 году здесь работал театр. Всю войну они там выступали, дали очень много спектаклей. Советские граждане, оставшиеся на оккупированных территориях, после войны попали под строгий присмотр органов. Особенно подозрительны те, кто пытался скрыть эту часть своей жизни. А где в годы войны находилась актриса Долгопилского театра Рита Назарова, возлюбленная капитана госбезопасности? Я не могу сказать, да? Ну, действительно, не могу и не скажу, потому что слово дала. Я думаю, родственники не разрешат мне этого сделать. И я этого никогда не сделаю, потому что я очень люблю своих героев. Всю жизнь Маргариту Назарову преследовали слухи. Будто бы в годы войны она танцевала для немецких офицеров в кабаре Гамбурга. Правда, никто толком не знает, как она там оказалась. А те, с кем Назарова откровенничала, до сих пор предпочитают хранить ее секреты. Я много слышала, но очень много знаю, но об этом говорить не буду. В позднем интервью, уже в пожилом возрасте, Назарова рассказывала, что на работу в Германию ее угнали из Павловска, это Ленинградская область. При стремительном наступлении немецких войск всех жителей города, в том числе и семью Маргариты, экстренно в один день эвакуировали. Но вот незадача. 15-летняя девушка в это время оказалась в соседней деревне, где выменивала вещи на продукты. Так она попала в плен. Потом поездом в Гамбург, где ее отдают в услужение богатому немцу. Хозяин, заметив таланты домработницы, делает ее танцовщицей в кабаре. Когда она была в Германии, это там танцевала. Там это все такое, не балерина, а танцы-акробатика такая была. У нее был партнер. Эта история в изложении самой Назаровой попадает во все биографические очерки, но все равно выглядит сомнительной. Похоже, Назарова что-то недоговаривала. Маргарита Петровна тщательно скрывала свое прошлое. Его скрывали многие, ее ровесники, ее поколение. У разных были какие-то по-сегодняшнему смешные вещи, а тогда это считалось грехами. Прояснить ситуацию нам удалось в том же Долгопилсе. Это Мария и Евгений Чуркова, в прошлом цирковые эквилибристы. Выступали в одной труппе со знаменитой укротительницей. Они, к тому же, земляки. Так вот, они утверждают, что семья Назаровых оказалась в городе еще до войны. Она здесь жила, видно. Она здесь жила, она отсюда. Это она родина ее. Выходит, не было никакого плена под Павловском. И в Германию 15-летняя Маргарита попадает из оккупированной Прибалтики.
Разница по тем временам очень существенная. Угоняют ли юную Назарову в неволю? Или, возможно, она сама бежит в Германию от ужасов захваченного фашистами города? Понимаете, какая война? Там не разбирались особенно, не церемонились. Кого сразу расстреливали. Смотрите, здесь же везде, здесь 100 тысяч у нас лежит. История Назаровой должна была пройти тщательную проверку органами. Жизнь в оккупации, как клеймо, можно и в лагеря угодить. А вместо этого блистательная карьера, заграничные гастроли, титулы и звания. Скорее всего, это Константиновский помог заново переписать биографию будущей супруги. До поры до времени Назарову и Константиновскому их интрига удается. Бывшие коллеги по театру долгое время никак не связывают имя уже знаменитой укротительницы с юной Ритой из массовки. Потом, лет 10, наверное, прошло, и мы увидели их в кинофильме. Весь театр разбежался смотреть этот кинофильм. Ой, Маргарита, наша Маргарита, и наш Костя, и все. 1961 год. На экраны страны выходит «Полосатый рейс», «Вершина славы» Назаровой и «Великая драма» Константиновского. Хотя поначалу ничто не предвещает суровой развязки. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Один из самых эффектных кадров фильма. Героиня в морской синеве и солнечных бликах плывет в обнимку с тиграми. Уникальный аттракцион придуман Константиновским незадолго до съемок. Собственно, этот номер и породил идею самой картины. Она выступала с тиграми в бассейне, в купальнике. Это еще было задолго до полосатого рейса. Мы всегда восхищались. Это был один из самых ярких аттракционов того времени, начала 60-х. Под очарование Назаровой в аттракционе «Водная феерия» попадает и тогдашний советский руководитель Никита Хрущев. После представления он зовет укротительницу к себе в ложу, хвалит и сукаризной говорит свите: «Вот, дескать, кого в кино надо снимать. Такие героические женщины есть только в Советском Союзе». Так начинается ее работа над одним из самых популярных советских фильмов «Полосатый рейс». О том, что произошло дальше, вы узнаете из фильма «Полосатый рейс», в котором участвуют известные дрессировщики Константин Константиновский и Маргарита Назарова. Съемки фильма происходят на специально оборудованном грузовом пароходе. На кинопленку переносятся основные цирковые трюки популярной пары. И сценарий пишется специально под Назарову. История о взбалмошной судовой буфетчице, волею обстоятельств, открывающей в себе талант укротительницы. Зверя она приручает лаской и нежностью. Смотри, какой лохматый. Что это у тебя на голове? Этот момент происходит, наверное, единение какое-то с природой. Понимаете? И здесь мы являемся своеобразными проводниками из мира, в общем сказать, животных в мир людей. Константиновский ставит все кинотрюки с животными и дублирует актера Ивана Дмитриева в сцене «Борьба с тигром». Это коронный номер дрессировщика. Когда вы учите тигра с вами подраться, тигр на какой-то момент забывает, что это игра. Ему предлагают подраться. И он дерется по полной программе. Режиссер-дрессировщик Константин Константинович. Актеры «Полосатого рейса» никогда раньше не встречались на съемочной площадке с хищниками, а режиссеры-дрессировщики вводят в действие фильма еще несколько новых рискованных эпизодов. Левая и правая, два галоши парою. После выхода фильма эта сцена станет его визитной карточкой, войдет в рекламные ролики. Евгений Леонов будет с юмором рассказывать зрителям о съемках, но в тот момент он реально играл со смертью, даже не догадываясь о грозящей опасности. Актер согласился на эпизод при условии, что между ним и хищником поставят прозрачную стену. Однако Константиновский уговорил режиссера убрать защиту для натуральности. И к намыленному артисту выпустили тигра.
Ему тыкала в нос чем-то холодным тигрица, скорее всего, это был нос. Вот, и поэтому он эту песенку «Мыло Маруся» пел на мотив «Солико». Вот. Так что, конечно, это очень страшно, когда такое непредсказуемое животное рядом. Остальное – почти документальная съемка. Ощущения, с которыми в тот момент работал на площадке Евгений Леонов, теперь знает и его сын. Полвека спустя в телесериале о Маргарите Назаровой Андрей повторил номер из «Полосатого рейса». Я так был настроен радужно, что все было так бы, как бы, вот даже погладил тигрицу Шакира, ее зовут красивая. Мне сказали, что она как домашний котенок. Актер спокойно начинает работать. Но по ходу съемки понимает, насколько проще все же было отцу. Того ведь не предупреждали, что рядом хищник. Это очень действительно страшно, когда сзади такая огромная махина, что-то там она нюхает, мясо ищет. Но меня больше испугала реакция дрессировщицы Насти, которая спряталась рядом за ванной, она спряталась, у нее немножко дергалась губа. Вот это меня напрягло. После дебюта в «Полосатом рейсе» Маргарита Назарова в одночасье становится звездой советского кино. Анны снималась «Укротительница тигров» Маргарита Назарова. И окончательно отодвигает на второй план мужа. Она – народная артистка, он – ее ассистент. Костя немножко жаловался, что ее заносит. Вот «Полосатый рейс», она немножко изменилась. Нос задирать она стала, когда она в этих фильмах снялась. Кинозвезда стала. Свобода! Уязвленный Константиновский уходит из семьи и совместного аттракциона. Начинает выступать со своим номером. Впрочем, причиной для разрыва могла быть не только профессиональная ревность. Рядом с Назаровой все чаще замечают самых видных мужчин страны. Так же, как ее хищники в клетке, они готовы беспрекословно покориться своей укротительнице. Маргарита Петровна была первым секс-символом тогдашнего цирка. Она позиционировала себя с животными, как будто она играла с мужчинами. Поднять левый якорь! После премьеры «Полосатого рейса» в цирковых кругах шепчется о романе Маргариты с партнером по фильму Иваном Дмитриевым. Дескать, это еще бабушка надвое сказала, кто там чьим дублером был. Есть у женщин... Им очень нравится, когда за ними ухаживают. Я немножко взлетела, в кино снялась, ухаживают киношники. Но он же знает, что это такое. Это все несерьезно. Что она цирк бросит и выйдет замуж за это никогда? А вас никто и не просил таскать меня по всему кораблю. Это такая грязь, грязь никому не нужна. То она с этим жила, то она с этим жила, то она с этим. Ребята, у нее был один муж, Константиновский. А официального развода никогда в жизни не было. Разрыв супругов заканчивается очередным примирением. Константиновский возвращается и вновь занимает свое место по ту сторону клетки. Люди могут остаться вместе только когда они... Не то, что они забыли, что они там сделали, а потому что они простили. По-настоящему простили друг друга. Летом 66-го года в одной из больниц Кемерово скорая доставляет пациентку с чудовищной раной. В пострадавшей медики узнают знаменитую Маргариту Назарову. В операционную та попадает с цирковой арены. От неминуемой смерти спасает чудо. Зверь промахнулся на несколько миллиметров. Вот это как раз-таки один из трюков, который можно сравнить также с контактными трюками Маргариты Назаровой. Она могла с ними находиться в такой непосредственной близости, что этот момент – исключительно момент доверия. Вот как сейчас брат мой находится. Произошло все следующим образом. Тумба, а именно реквизит, который вот вы видите даже за моей спиной, она находилась не совсем в устойчивом положении. И во время непосредственно самого прыжка тигр потерял равновесие. И, в общем, в этот момент сработал своими когтями и чуть не снял скальп дрессировщицы. 21 день врачи борются за жизнь Назарова. 3 недели, как затянувшаяся пауза между жизнью и смертью.
будто все это время кто-то свыше никак не может определиться с будущим 40-летней циркачки. Дать ей новый шанс или пора заканчивать дерзкие игры с судьбой? Тем более, что сверхпопулярность укротительницы неожиданно оборачивается трагедией для ее почитателей. Легкость, с которой хрупкая женщина усмиряет зверей, вызывает волну подражательства. В Советском Союзе появляется новая мода – держать в городских квартирах прирученных хищников. Якобы прирученных. До поры до времени люди не представляют, какой опасностью грозят им такие игры с природой. После успешных фильмов «Приключения итальянца в России», «Полосатый рейс», вдруг у каких-то партработников возникла идея, что советские люди смогут одомашнить хищного животного. Но эта история очень быстро закончилась. Было нападение. Жертвой своего увлечения стала семья Берберовых из Баку. В 80-м году их одомашненный лев Кинг вдруг вспомнил про свои природные инстинкты и загрыз ребенка. И профессиональные люди, такие там, как Бугримова, как та же Назарова, они сказали, что это было глубочайшее заблуждение людей, не понимающих ничего в животных, в цирке и в понятии дрессуры. Но предупреждений профессионалов никто не слышит. Они же сами приучили публику к показной покорности хищника. Вот Назарова со своим любимчиком Пуршем позирует перед камерами кинохроники на улицах Москвы. Они с тигром ездят в открытой машине. Словно это не тигр, а забавная кошечка. Что так напугало отдыхающих на Новосибирском пляже? Ну, конечно, ведь это дрессировщица Маргарита Назарова, ее воспитанник Пурш. Обычному зрителю неведом главный секрет укротителя. Не каждый зверь поддается дрессировке, а тот, что послушно исполняет приказы на арене, скорее ошибка природы. Это аномальное животное, которое рождается с какими-то такими природными отклонениями, которые вовремя заметил дрессировщик и нашел с ним этот контакт. Умница! Молодчиночка, молодчина, молодчина! В сериале о Маргарите Назаровой восстанавливается один из реальных эпизодов – появление с Пуршем на телевидении. Эта сцена показала, насколько опасны игры со зверем. По сценарию зазевавшийся телеоператор, его играет Аскольд Запашный, в панике убегает от хищника. Вперед! 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 Вот они скрываются за углом. Никто даже не догадывается, что в это время происходит вне кадра очередного дубля. И когда Аскольд повернулся, он уже видел летящую на него тигрицу. Вцепилась ему лапами в ноги и стала пытаться его схватить пастью. Четыре глубокие дырки у Аскольда в ногах остались после того инцидента. Режиссер подошел, говорит: Аскольд, наверное, хватит. Аскольд, это все были в шоковом состоянии. Аскольд сидит в крови. Аскольд говорит: да, наверное, хватит. А тогда почти месяц врачи выхаживали Назарову после страшной травмы, полученной на арене. Казалось, карьера закончена. Но знаменитая укротительница возвращается в манеж. Потому что есть, наверное, три таких каких-то величайших потрясений эмоциональных для человека. Это любовь, признание в каком-то вот твоем деле, какой-то такой немыслимый восторг, который, ну, его словами даже не описать. На арене Назарова и Константиновский добиваются всемирной известности. И это ценят власти. В советские годы цирк не только искусство, но еще и политика. Звезды арены за рубежом – лицо страны, ее успехов и достижений. Мы приезжали в Южную Америку впервые, а за нами эскорт шел, сотни молодежи с флагами, и кричали: «Вива Руссо! Вива Руссо!» И по 100 тысяч стадионы мы набивали. Но однажды на гастролях в Италии Назарова позволяет себе непростительную для советской гражданки дерзость. По тем временам в это невозможно поверить. Народная артистка РСФСР пропадает из гостиницы с неизвестным иностранцем. Она встретила человека два дня, ее
не было на спектаклях. Отец был вынужден работать в Италии. И после Италии, когда мама с папой еще поругались, вот, жили в разных номерах в гостинице. В цирковых легендах таинственный итальянский незнакомец оказался тем самым хозяином из Гамбурга, которому юная Назарова попала в годы войны. Маргарита на долгие годы оставалась его симпатией. И что-то он ей предлагал тогда. То ли деньги, то ли светлое будущее. Она мне сказала: Маргарита, Эна, ничего серьезного не было. Просто, ну, он был увлечен ей. Ну, нафига он мне нужен? Нафига попуда рабына? Она мне так сказала. Советские власти вольности из-за границы никому не прощали. После итальянских гастролей Назарова вызывают в КГБ. Серьезных последствий удается избежать. Но с этого момента в характере знаменитой укротительницы происходит какой-то надлом. Как будто оборвалась давно и крепко заведенная пружина. Для нее это было очень серьезным потрясением, потому что вскрылось то прошлое, которое она скрывала. После некоторых неприятных разговоров в КГБ того времени у нее, мне кажется, стала развиваться мания. Появился страх. Эта фобия развивалась. И все равно эта хорошенькая женщина была под крылом огромного человека. Вся их жизнь словно клетка на двоих, в которой мечется непредсказуемый, как судьба, зверь. Его послушание и податливость в любую секунду могут обернуться смертельной опасностью. И вскоре Маргарита Назарова останется в этой клетке одна. Мне было 10 лет. Я пришел со школы. Получил 4. Смотрю, мама плачет. Вот. И она мне сказала, что папы нет больше. Константиновскому было всего 49 лет, но давняя фронтовая контузия и цирковые увечья отзываются нестерпимыми головными болями. Первую серьезную травму он получает в годы знакомства с Маргаритой на съемочной площадке «Укротительницы тигров». Да вы включайте вовремя камеру! Звери устали! Больше работать не могут! Репетировал Костя. Пустяк, прыжки с тумбы на тумбу. Это у нас считается пустяк. И вот третий, прыгая, вырывает у него кнут, шамбарьер, сплетенный из ремешков. Значит, и он повернулся буквально сказать «шамбарьер». И следующий прыгает ему вот сюда. И не зубами, а когтями вот так сдирает куртку вместе с кожей. Море крови, он теряет сознание. Теперь врачи диагностируют рак головного мозга и предупреждают: операция смертельно опасна. Но супруги на нее соглашаются. Рискуют, как всегда рисковали на арене. Маргарита даже не прерывает гастроли. И успевает только на похороны мужа. Не отпускали те самые аншлаги, которых они вместе так добивались всю жизнь. Смерть отца – это... Было сильный удар, и она не чувствовала боль. А она просто курила и могла тушить сигареты здесь, в этих местах. И все время говорила мне: «Леша, слышишь, папа говорит». Вот. Это было очень тяжело. Мне было 10 лет тогда. Все это и... Вынуждены были в психиатрическую больницу положить. Планета наша, ну, настолько жестоко устроена, заставляя полюбить кого-то, она у нас это отнимает. И как? Как жить человеку после этого? Ну вот как? Как не сойти с ума элементарно? Ну вот как? Пройдя курс лечения, Назарова нашла в себе силы вернуться к работе. Укротительница пытается обновить группу, ввести в нее новых зверей. Уверенная в себе, она делает это в одиночку, без помощников. Основная проблема, в которую, наверное, загнала сама себя Назарова, в том, что она должна была держать уровень дрессуры. Люди приходили и ждали от нее
чудо. Эксперимент с чужаками в группе закончится трагически. Назарова потеряла контроль над животными. Тигры сцепились друг с другом. Они рва мясо летело на 10 метров, вот так, куски мяса. Вы представляете, это страсти Господни. Главным козырем Назаровой был тесный контакт с хищником, глаза в глаза. Теперь она боится взгляда своих тигров. Она потеряла кураж. Знаете, кураж – это великое дело. Человек раз попадает в такую ситуацию, у него уже нет куража. А если вы идете в клетке, и у вас там где-то мандраж, собачка чувствует. У меня было 50 собак. Если собака чувствует, что ты там ее боишься, она кинется на вас. Это необъяснимо, это биотоки. От первых шагов в клетку на съемках «Укротительницы тигров» и далее всю карьеру рядом с Назаровой камеру кинохроники. На пленке остались и дни ее всемирной славы, и драма последнего выступления. Забытые кадры 83-го года. Пенза. Беспомощная знаменитость отбивается на арене от вышедших из повиновения зверей. Маргарита потеряла контроль. И при нахождении большого количества животных в клетке ей справиться одной было практически невозможно. Для великой укротительницы это были последние минуты на арене. Больше ее там никто не увидит. Оставшиеся 20 лет жизни Маргарита Петровна проведет за стенами нижегородской квартиры. Вот он, этот дом, где Назарова жила. Его сейчас хоть немножечко привели в порядок, а то был весь зашарпанный. Ну, видите, как получилось. 20 лет она здесь прожила, в этом доме. Из дома она выходила редко, разве что в соседний гастроном за продуктами. Здесь до сих пор помнят Маргариту Назарову. Она моя соседка, в дверь, как же я ее не помню. Симпатичная женщина, но больной человек была. Ну, она же, ее же тигры несколько раз есть, склеп снимали, снимали у нее. Ей немножечко психика нарушена. Не, вы слышите? Заброшенный человек. Вы слышите? Человек говорит, заброшенная. Из-за этого казалось, что она больная. Стареющая Назарова избегает даже случайных встреч с соседями, отключает телефон. Теперь она всегда одна. А я директора встретил, директора цирка Нижегородского. Я говорю, она должна меня помнить. Каким-то образом они пришли и сказали, вот Кобзон. Она говорит, не знаю никакого Кобзона. Что он хочет? Открыла она дверь, впустила. И они пришли в дикий ужас. У нее стоял стол на кухне. И табуретка. Это все, что у нее было, и какая-то посуда. Она иногда выходила, с сумочкой ходила. Ну, в магазин заходила. Да, все нормально, симпатичная женщина. А потом не стала выходить. Про Маргариту Петровну Назарову. Да. И потом не стала выходить, и мы забеспокоились. Вскрыли дверь и нашли ее бездыханной в прихожей. Скончалась 3 дня назад. Все пропало, кроме фотографий, которые никому не нужны были, и ее письма. У меня все, но ничего никому никогда не покажу, потому что Леша сказал, дядь Миш, никому, да. Цирк Шапито сына Назарова и Алексея по-прежнему работает за границей. Внучка Маргарита дрессирует тигров, как ее легендарная бабушка, и мечтает вернуться в Россию. Только вчера мне Лешка сказал, что звонил наш зам генеральный, что, мол, возвращайтесь, дадим тигров. Мол, продолжается династия Маргариты Назаровой. Сочи. Лето 2015-го. Международный фестиваль циркового искусства. Актриса Ольга Погодина повторяет трюк Маргариты Назаровой. Молодец, Кинечник. Держи. Молодец! Да что такое слава? Это просто работа, любимая, и все. Великая дрессировщица родилась в год огненного тигра. Восточный гороскоп предрекал яркую жизнь, полную самостоятельности и нетерпимости к помехам. Она оправдала почти все предсказания, укрощая судьбу, как тигров на цирковой арене. Маргарита Назарова. Неповторимая, неразгаданная и незабытая.